Только я сковореха вырасти в мозг. Да, есть отдельные категории. Блондинки, брюнетки, рыжие. Да, господи, главное мозг. Сила мозга. Как сила рта. Сила так мозга. Все, начинается, короче, тут фишки эти все. Ладно, это все просто чудо-чай. Да. Мне кажется, когда я сейчас наращу волосы, я стану слишком офигенная для вас. Почему бы и нет? Почему никто не поздравляет с Роликсами? Только ты поздравил. Почему никто не радуется за какие-то победы? Бесит. За шпица меня никто не поздравил. За Роликсы меня никто не поздравляет. Ни за что меня не поздравляют. Все. Зачем вы мне нужны, если вы меня не поздравляете? Ладно, вот так делать. Поздравляют молча. Радуются ах, молча. Сука, тварь гребаная, не работает. Вечно жрет, спит и ходит в салоны. Все и так просто достается. Знаю ваше место. Я сама так думала, смотря на классных телок. А потом я поняла, а что надо на них смотреть? Надо становиться классной. Начала заниматься спортом и развивать свой мозг. Когда я смотрела, помню, было 17 лет, мы сидели на парах, стояла этих баб, с этими, я думала, господи, скорница, шлюха. И была которые вы поняла, они тогда, когда еще было круто, это типа, когда сделаны именно сиськи, губы, ресницы и шпицы были. Вот это была мужа. Я смотрела и думала, боже, шлюха, тупая. Я помню, с подругами на парах так хересосили этих тёлочек. А потом я начала, ну, в компанию начала влазить, начала знакомиться. Я понимала, что это просто хороший, достойный мужчина рядом, и все, который работает и просто балует свою принцесску. И не обязательно быть какой-то там... Да, не судите, не Роли, судите. Роли, скорее всего, стали серебра, а нет их. Значит, это подарок. Поэтому я радуюсь ему. Ну, все равно, прям, ну, не тяжелый стать.